Ага, еще. Хорошо. Ладно. Легче, легче, как туда я его скинул. Вот. Сейчас ударил джеб. Натяжка, верно? Еще. Вот в одну лапу. Вот так. Вот так. Хорошо. Я на следующую левую понимаю. Вот я. Вот. Хорош. Вот так. Джоп. Левая тяжка, левая. Да. Сзади левая. Вот. Вот так. Thank you.
президент промоутерской команды GFC Сергей Гордеев, представитель студенческой лиги ММА в Самаре Эмиль Аргушев. Поединка Максим Протасов остановил бой через минуту и 16 секунд первого раунда. Полевым приемом на руку одержал победу и остается не знающий поражение Вячеслав Сищев. Аплодисменты его сопернику Константину Чередниченко и памятное фото. Куда пошел? Братишка. Очень нормально. Пока еще. Очень лучше, но мы вчера похожи. Да, 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 Ты же не гоняешь вес складок воду. Ясно, еле тебя. Я с утра встал на завтрак. Ребята, думал, завтрак в 7 утра встал. Подошел, смотрю, завтрак в 9. А на завтрак хотел пойти чисто, чтобы воды попить, потому что у меня где-то красоты даже в номере не было. Ну, ясно. Ну, что ты? Доволен? Да. С тем, что весогонка закончилась, да? Весогонка закончилась. Годичка. Началась. Есть. Еда есть. Наелся, напился. Настроение бомба. Еще победили нашей командой в очередной раз. Ермак сила. Все нормально, все? Ты вчера устал? Маленько подустал, да. Да он просто от ваших нападков Вячеслав устал больше, мне кажется. Постоянно вы терзаете его, нападаете. По-дружески. По-братски. Младший братишка надо воспитывать. Человек добрый. Я напал на него в отеле сегодня. Не стал душить. Вот, подушить. Не стал. Он ломает локоть, но он просто нокаут. Летим. Все, ребятки, летим домой. У нас перейдет 2 часа. Домой прямой рейс. Самара-Омск. Багаж. Вещи сдали. Кайфуем, ждем самолет. Все, мечи встречаем. У нас уже завтра начинается семинар с Адиком Гусейновым. Присъезжается народ. Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Екатеринбург, Тобольск. Очень много ребят приезжает на семинар, на сбор по джиу-джитсу, по грэпплингу. Думаю, будет весело, и новые видео уже будут, скорее всего, об этом. Давайте, ребята, всем пока.